Всем привет и добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сегодня я вам расскажу, как управлять уведомлениями в игре Genshin Impact. Для этого нажмите на иконку, которая находится в левом верхнем углу. Затем перейдите в настройки. Выберите пункт «Уведомления». Здесь вы можете включить или выключить оповещение о восстановлении первородной смоле или о завершении экспедиции. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.